Сегодня телефонные аппараты советского периода для молодежи кажутся диковинкой. Некоторые модели бережно хранятся в музее-заповеднике «Родина Ленина». Иногда их можно увидеть на выставке. Так, в советское время частенько прибегали к помощи ручной телефонной связи, распределительным станциям или коммутаторам, которыми управляли телефонистки. В экспозиции есть и настоящее чудо техники по мерке 1963 года. Это концентратор директора, так называемый КД-6. На нем можно было осуществлять разговор с 6 абонентами одновременно, переключая необходимые кнопки. У людей старшего поколения ностальгию вызовет телефонный аппарат бирюзового цвета, произведенный чехословацкой Теслой. Эта модель мелькает в популярном советском фильме «Служебный роман». Еще один интересный факт. Первое в телефонном разговоре слово «Алло» было официально узаконено во многих странах мира благодаря известному ученому Томасу Эдисону еще в конце 19 века.